Вот, а второе, соответственно, мексиканцы Гранта. Грано. Грано, простите. Где стража? Малый дом города лордов. Долгое время открыто в городе, более 10 лет, если ошибаюсь. Стража! Закрой дверь и войди сюда. У меня там человека, пасите. Закрой дверь и войди сюда. Какие-то голодрамы. Сейчас им закончу. Больше 10 лет назад мой брат, сопровождая торговый караван, мой дом поднялся на том, что торговал зерном, исчез вместе со слугами. Ну, собственно, для меня дошла какая-то информация, собрал статус своих слуг и пошел по следам того, кто моего брата убил. Сейчас в этом месте решился, я решил вернуться домой. Вернувшись домой, обнаружил, что мое поместье, которое строил практически своими руками, разрушено, на его месте просла трава. Земля принадлежит мне. И подтверждающая родословную. Здесь можно ознакомиться и выживать. А для тех, кто, в принципе, может получиться, потому что мы, собственно, проверить текст, где мы с вами глазами. Один вопрос. Когда вы вернулись? Что? Когда вы вернулись? Ну вот, совсем недавно. Буквально только что. Так он резидентом является больше. Формально, как бы они не уезжали никуда. Что он отсутствовал физически в городе. Он путешествовал, но не переезжал. Да. Нет, он подходит. Формально, как они 10, ну там более 10 лет живут в городе, ну в том, да, да, я же не могу уехать. У них нет только второго получить здесь, это важно. Нет, почему? Один будет. Вы представляете себе великого дома, все нормально. Чистые рода. Положу, пожалуйста.